Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, я уже говорил, что предыдущая серия, ребята, где я открывал паки, у меня не записалась. Но я еще раз повторяю, ребята, через 10 кристаллов мы с тобой сможем открыть еще, сколько там, 10 паков. Так, у нас ежедневки. Значит, нанести 300 урона героям. Плюс нам нужно выиграть... А, нет, не выиграть. Нанести 20 урона бессмертии. И выиграть... Бести зомби-герои. Безумным зомби-героем, ё-моё. Вот оно что. Так, ребят, ну что, я... 20 единиц урона бессмертия, я... Ладно, будем страдать. Будем страдать. Ну а что я могу сделать? Давай, давай пострадаем хернёй. Ох, сейчас меня тут разрулят. Блин, тем более бонгчой. А у меня у бессмертия колода. Да не умею я, ребят, играть за нее. Я честно, я вот только вот недавно более-менее... Ну что за черный экран? Я более-менее для себя подобрал колоду... Вот это вот заменим. Интересно. Интересно у меня тут получается. А у этой бессмертия есть, интересно, порталы? У Бонгчоя 100%... У Бонгчоя 100% будут... Бананозавра, или как это величать? Вот чувствую я. Может быть, даже будет огурец галактический. Сейчас посмотрим, друзья, что нам тут высовет Бонгчой. Зараза, я хотел, думал, сейчас что-нибудь такое легенько писает. По-моему, опять, ребята, это на горохостреле колода, если я чего-то не путаю. Если я чего-то не путаю. Что у него в руке? Бонусная атака или урон по земле? Как думаешь? Началось. Что делать-то будем? Давай, наверное, так сделаем. Это, если что, ребят, я шмыгануть могу. Там он пока прокачиваться будет. Другой вопрос, есть ли у него могилоед? Вот это уже интересно. Есть. Есть, друзья мои, у него могилоед. Так. Дело-то пахнет жареным. Дело пахнет жареным. Давай пропустим. У него, скорее всего, ребята, бонусная атака. Это мне на руку. То, что вот он сейчас сделал, это просто, ребята, превосходно. А вот здесь вот уже похуже. Здесь... Здесь уже будет похуже. Ну, я поставлю на всякий случай вот этого парня сюда, чтобы просто хотя бы не получить в лицо. Слушай, неплохую карту, кстати, вытянули. Вот. А дальше что? Дальше... Давай проверим еще раз на могилоеда его. Бзданул. Ребяточки, бзданул, чувак. И бзданул конкретно. И бзданул конкретно. Поехали.
Что он хочет? Он через бонусную атаку. Не, у него нету, ребят, пока никакой бонусной атаки. И быть не может. Угу. Давай так сделаем. А вот что дальше делать, друзья? Что делать дальше? У нее, походу, нету, да? Бомба у нее 100% есть. Я чувствую это нутром, что бомба у него есть. Перемещает. Угу. Так, сколько нам конфета дает? 1,3. Угу. Так, 1,3, да? Она дает нам. Блин, слабовато, конечно. Ну, давай сюда влепим ее. Так, есть у него там бонусная атака или нету, а? Вот мне какой вопрос интересует. Этого не хватит ему пробить. Мне все равно одно хп останется. Единственное, что у него бонусная атака может выпасть. Захильнулся, блин. Вот так оно происходит. Если бонусную атаку вытянет, это будет беда, друзья мои. Кактус. Ну ладно. Я хильнуться успею все равно в любом случае. Этот сдохнет. Это однозначно. Мы успеем хильнуться, да, я не спорю. Это подобьет нас. Но хильнуться мы успеем. А это для меня сейчас главное. И превосходство в картах у меня идет. А, мы же еще ему лицо сейчас размажем, ребят. Вначале 3. И здесь еще. На тебе. Итого у него остается 4 хп. Четыре, друзья мои, хп. Что нам тут сделать лучше? Давай так. И вот так. Дай бог он этого сейчас... Ага. Я бы на его месте... Вот этого бы смещал бы. Хотя, знаешь, если бы он его сместил бы, он бы в лицо бы получил бы. Поэтому все по справедливости, друзья мои. Все по справедливости. Блин, мне надо спать на часах, ребята, 4 часа дня. Я не спал ночь всю. Записывал вам игрушки. Думал... В 2 часика вырублюсь. Так, я за бессмертие прошел, да? Задание сделал, выполнил. Теперь безумным зомби-героем. Безумный зомби-герой у нас кто? Ну, сам знаешь, кто у нас безумный зомби-герой. Это, естественно, наш разгром.
Он же безумный? Подожди, безумный или зверский? Не знаю. Блин, дали высшую, высшую мне дали, ребят. Можешь выключить этот? Темно как-то, да? Ядрен Матрен. Ядрен Матрен. Давай попробуем. А что это за колода-то такая? Если я на Гаргантюа, у меня не должна быть вот это вот. И как бы здесь он не принципиален, ребят. Чё? Идет типа спортивные колоды, что ли, у меня? Я не пойму. Очень интересно. Я не знаю, что у него там в голове. 50-й ранг. Разведет сейчас как лопуха. Торин ждет, чтобы я... Ну давай я вирус возьму здесь. Что у него тут интересно как происходит, а? А, вот у него что. Ну что он там тихорится? Давай так сделаем. Так. У него 100% должны быть бомбы, друзья мои. У него бомбы есть. Так, следующим пойдет вот этот парень, когда получается. Сейчас посмотрим, еще есть у него бомба или нет. Бомбы нет. Мне бы дожить до Гаргантюа и... Тогда можно повеселиться, ребят. Банан взял. Так, Гаргантюа еще пока рано брать. Банан он заряжает. Набрал стебельков. Давай, давай. Стебельков он набрал. Так. Я понял, друзья мои, что у него должна была быть за колода. Знаете что? Здесь должен был быть морковный этот хмырь. Ну ты понял, про которого я говорю, да? Да-да, ребята, морковный хмырь. Здесь должен был быть морковный хмырь. Он его хотел прокачивать. Логично. Логично, ребята. Наверное, пока не будем ничего делать здесь. Так, и, соответственно, он ждет могилоеда, верно?
Блин, а у меня нету портала. Вот что самое-то хреновое. Ну где твои бомбы? У него бомба должна быть. Так. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Давай так сделаем. А что еще остается, ребят? Я не удивлюсь, если еще там будет... А, он перемещает, кого он там хочет переместить. Угу. Хиляшечки у него. Так, ребят, ну что, вирус? Да, надо будет вирус втыкать. А, вирус втыкать. А вирус не получится, ребят, воткнуть сейчас. Пока. Сейчас у него... Он возьмет заклинашки. 100% тебе говорю. У него 100%... Я вот не знаю, ребята. Может, скорее всего, у него могилоед. Скорее всего, у него могилоед есть. Я бы мог, конечно, рискнуть поставить этого. Так, ну что, мы, наверное, стебелек отсюда уберем. Чтоб там какая-нибудь херобора не выросла, да, ребят? Ну что, теперь момент истины, друзья мои. Хоть ты тут запрокачивайся. Я тебе говорил, что у него есть, ребят, могилоед. Я тебе говорил об этом. Он, ему не выпал изначально, ребят, вот этот вот морковный динозавр. Он ему, ну вот, не выпал, ребята. У него все как раз идет под заточку именно этого охламона. А мы с тобой заработали 1000 самоцветов. Это о чем говорит? О том, что мы... Блин, мне Эмур... Блин, я бессмертие не на этот... 20 урона не нанес. Он же сдался противника. Ёк-макарёк. Так, ну что, давай возвращаться на нее. В общем, ребята, ну, для того, чтобы открыть эти паки, мне нужно будет опять сейчас переключаться на... русскую раскладку, на русский язык. И только в этом случае, потому что здесь я, по-моему, не открою. Хотя я не пробовал, но, по-моему, нет. Или открою. Попробуем сейчас. Так, это убираем отсюда. Блин, это морковка, ребят. Это опять морковка. И 100% тебе говорю, что опять она будет на... играть, разыгрывать карту на этих динозаврах. А может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Если я сейчас поставлю этого, у него 100% будет могилоед, верно? У него 100% будет могилоед. Вот, вот, вот оно начинается, друзья мои. Так, мне нужно нанести ему урон. Хоть какой, хоть маломальский. Ребят,
Хоть маломальский. Для этого поставим вот этого. Я не знаю, там, как он его бомбанет, отодвинет, там, еще там что-то сделает. Мне нужно нанести урон. Я его тогда смогу уничтожить. Сейчас он будет его прокачивать. Может, даже отодвинет мне этого парня. Блин. Ладно, мы с тобой сейчас... Чтобы просто нанести урон, друзья мои. Мы поменяем здесь ландшафт. Погоди, это что сейчас было? Ребята, вы видели? Я поменял ландшафт, у меня стоял... А, он превратился. Это я и забыл совсем про это. Такс. Он наивный, ну ладно, хорошо. Так, ну этого мы уничтожаем, да? Получается, вот этого вот. Сейчас нам прилетит в лицо. Поехали. В плане не сработал, блин, щит. Да, друзья, щит не сработал. Сейчас посмотрим, могила... Ну, у него всегда могилоед должен быть, ребят. Так, так. Так. И два в лицо нам все равно прилетает, да? Блин, у него лечилка, блин. Ладно, сделаем так. Сделаем так. И сделаем вот так. Мне вот это не нравится, хмырь. На воде у меня... А, нет, есть, у меня есть на воду что поставить. Смотри, смотри, трясется, ёпрос этот, трясун. Мне сейчас поставить нечего абсолютно, ребят. Мне, наверное, сейчас лицо разобьют. Я не понимаю, где... Я сейчас посмотрю, ребята, на эту колоду у бессмертия. Если честно, я вот очень сильно хочу посмотреть на колоду и сказать, что это за колода вообще такая. Слушай, ну нет, это та самая колода моя. Ну, ни одного не выпало. Ребят, ну три штуки стоит, ну ни одной не выпало. Ты посмотри, вот колода моя, вот она, вот. Ничего не выпало. А теперь давай посмотрим колоду, ребят, которую я недавно доработал. Если так можно сказать, доработал. Это у нас на бесенке. Но не вот это вот. Это я тебе точно говорю, что не такую колоду я играю, а... А чё так много-то, блин? Фига себе, это чё за бред? Почему у бесенка столько этих карт? И не это. Слушай, а что за бредятина-то? Я не знаю, может быть четвертая. В общем, короче, там... Да ё-моё, это опять вернулись мы к той. Короче, в этой колоде у меня идет она на бочках. Бочки с... Это не то. Так, 5-4. Подожди, 5-4 мы уже посмотрели, да? Остается что у нас там? 7. В
Все не то. Понимаешь, я за компом мало играю. Я в основном играю, ребят, на планшете. И почему-то вот у них какая-то, блин, рассинхрон идет. Я не знаю, с чем это связано. Все не то. Абсолютно не, абсолютно та колода. Так, 7, 8, 9. 6, по-моему, еще осталось, да, только лишь. Сейчас посмотрим шестерочку. Это не то. Это не то, друзья. Значит, выходит, что какая-то из повторяющихся. Вот у меня много четверок. Может, двойка? Вот, а, единички тут, подожди, единички две. Дай гляну. Короче, я не знаю, ребята, где эта колода, блин. Тут похоже больше на колоду пиратов. У меня вот этих должно быть два. Этого у меня тоже два. Заморочков, по-моему, там 4 штуки у меня идет. Ну, вот в той колоде, которая доработанная. Но я не могу ее найти. 3 остается, что ли, только? Я не знаю, друзья. Ну, давай попробуем этой колоды сыграть. Вроде так смотрится, как бы. Она что-то приближенная между той, но только у меня там, я всех убрал этих. Ковбойш. Ковбойш я всех убрал. Вот. Я тебе скажу сейчас, горохострел, вот эта вот ночная, как это там, зеленая тень. Она сейчас практикует. И, кстати, солнышко. Зеленая тень практикует, да, на бобовых. А солнышко практикует у нас. Есть, хорошо. Отлично, отлично. А солнышко практикует, ребята, на шишках. Ну, по крайней мере, вот сколько я играю, в мете именно такие хламоны мне попадаются. Сейчас посмотрим, будет прикрывать жопу или нет. Прикрывает. Откинет мне карту, конечно. И опять на своем. Ух, сейчас чувствую, доиграю все, ребята. Где-то. Он что-то ищет. 50-й ранг, это вам, ребята, не шуточки. Выкинула. Давай сделаем так. Ты охренел, жучара. Такс. Ну, давай сделаю так, например, и. И пока никак. Слушай, он заколебал, а? Нафиг я сюда поставил, а? Так, ну что, друзья мои. Поехали. Mm-hmm.
Если что, ребят, я успею его спрятать в надгробие. Ты жук. Вот ты жук, а. Поехали, ладно. Убрал. Тут мы с тобой в лицо. Он сейчас. Сейчас. У него горошина, да, ребята? Либо смести. Одно из двух. Угу. Сметает. Ну давай так сделаем, хрен с ним. Раз, два, три. И все, ребята, приплыли. Кто бы мог, блин, подумать? Ну я бы вообще, ребята, этого даже додуматься бы не мог бы. Что у него это горошина, прикинь? Горошина, ребята. Горошина, которая дает тебе три атаки. Не подумал бы. Но самое страшное здесь другое, ребята. У меня не было ни одного заморозчика. Не попалось ни одного заморозчика. У меня не попалось ни одного гробовщика. Вот что самое, блин, парадоксальное. Как бы то, что нужно. О, ё-моё. Тут еще не легче, ребятушки. Выпадает мне хламон. С этим тоже, блин, надо быть осторожным очень. Он прокачивается очень жестко. Поэтому тут я не знаю даже. Один ландшафт я обязательно оставлю. Или нафиг его убрать? Нет, оставлю. Оставлю на всякий случай, ребят. Поехали. У него наверняка будет этот. Через что он там обычно играет? Не, ну не через это. Тут что-то немножко странное происходит. Если он сейчас прокачает этот гриб, мы тоже прокачаем. Так, что у меня с картами, ребят? Прикинь? Супостат, а? Вот зараза. О, отлично, ребята, карта выпала. Глушим тогда его. Слушай, ну бочка выпала, это уже хорошо, ребят. Почему я так и думал, ребят, что будет что-то типа вот такого вот, а? Но этот гриб мы однозначно выкидываем, да, отсюда? Куда ты кликаешь там по три раза? Интересная, блин, фишка получается. Ну давай. Thank you.
Он серьезно такой вот наивный? Так, ну он там всех на четверку прокачал, насколько я помню, да? Смотри, что утворяет. Надо было сюда дурочку ставить. С картами просто беда, ребята. Ну, с картами беда. У него, блин, ты посмотри сам, сколько у него карт, сколько у меня карт. Ну, ему хана. Ой, друзья, да. Гробовщик. Слушай, ну по идее. Давай сделаем немножко по-другому. А как он, гад, узнал, что у меня гробовщик есть? А, все, я понял, что подумал. Он подумал, что у меня пузырь, я его хочу сюда переместить. Но нет, у меня же нет пузыря. У меня есть перемещение обычное. Но он быстро сдался. На самом деле можно было бы побороться. Но это не та, ребят, колода, про которую я создал. Я... Вот стоит только лишь... Вот стоит... Взять планшет, ребят. Вот. Сейчас вот, блин... Просто, ребят, не поленюсь. Иди ты в пень. Сейчас вот не поленюсь. Запущу вам героев. Ну, на планшете. Твою мать, это Роза. Давай проверим. Да ядрен ты матрен. Вот, смотри. Вот. Блин, тебе, наверное. Да, ребят, показал, блин. Короче. Пипец, короче. Вот у меня как раз здесь бесенок стоит. И у бесенка это номер 4, ребят, колода номер 4. А мы за какую играем? Мы за что-то, по-моему, играем же, да? Этому хана, этому не жить. Друзья, я его уберу отсюда. Я не собираюсь, чтобы он тут плодил своих хламонов этих. Как ты достала меня? Что такая за колода странная у Розы? 41 ранг. Выкинет, интересно, могилу или нет? Смотри, сколько у него. Т-34.
Ты просто полюбуйся, сколько у него этих хламонов, ребят. Как ты мне дурак, а? Давай еще разок проверим. Знаешь, что в моем случае самое обидное? Что он сейчас его либо заморозит, либо превратит в дерьмо. Он превратил в дерьмо, ребят. Сразу побежал, ребята, сыклочь несчастная, сразу же. Понимаешь, сразу же побежал, сыкунок, за своим хилом, блин. Понимаешь? Сразу же побежал за своим, блин, дебильным хилом. А знаешь, почему побежал? Потому что у него этот там, ребят. Как его звать, скажи, я скажу тебе. Потай он, короче, ждет. Да, он. Писец. Ну это писец, ребята. Я еще сейчас потаю поставить, я не удивлюсь. Ну, вот тебе. Вот тебе и результат, ребят. Он только так и умеет. Потому что я сам на ней играл, и я знаю, что говорю. Ты в другое-то место не мог его кинуть-то? Дай мне заморозку сейчас, дай мне заморозку. Ну, в принципе, это тоже пойдет. Но он еще вторую потаю поставит ведь. Так? Нет. Укидываем эту шваль отсюда. Здесь дело немножко в другом, друзья мои. В том, что он сейчас поставит обратно эту херобору, понимаешь? Но мы можем с тобой сделать немножко хитро. Куда он ее поставит, мы не знаем еще, да? Мы сделаем с тобой вот так. И вот так. Ну и прекрасно он сделал. Сделал он, ребята, замечательно. Для нас он сделал очень хорошо. Потому что мы с тобой здесь блокируем. И здесь блокируем. А дальше, я не знаю, если мне гробовщика не дадут, будет беда. Будет беда. Что, ребята, сделать-то лучше, а? Это шваркнет.
Это совсем не то, блин. Прикрывает свой зад как может, ребят. Интересно. Сейчас ему карта выпадет, правда. Как думаешь, блок сработает у меня или нет? Сработает, блин. Этому минус. Ну, посмотрим. Мне самому интересно, ребят, что тут выйдет у нас. Поверь мне, бесенком выиграть розу. Да и роза такая попалась. У него всего лишь один был, ребята. Если бы у него было бы по тай 4, как обычно в моей колоде на розе, то, возможно, был бы какой-то от этого толк. Ну давай еще партийку бомбанем. Ну а почему, блин, что-то как-то так темно, так светло, блин. Открою окно. Блин, на улице дождь, ребята. У нас только снег недавно. Да какой растаял, еще вон в лесу. Я смотрю, вон лес, у меня из окна видно лес. Еще снег вовсю. Опять роза поганая. Ну ё-моё, ну ребят, ну. И опять 50 ранг. На хилах, может быть, роза. Так вроде как отсвечиваю я, так не отсвечиваю. Хрен его поймешь. Светло слишком, слишком ярко. Че, будем ставить этого хламона, нет? Не будем. Давай так сделаем. Будем уничтожать с тобой. Будем уничтожать с тобой вот эту пакость. Карту поставь, блин, придурочный. Просто в холостую сыграл. Хотя, с другой стороны, почему в холостую? Мы сейчас с тобой сделаем вот так вот. А потом через гробовщика все это переиграем. И вот тут вот началось. И вот тут вот началось. Что он может сделать, ребят? Ну, я, наверное, так сделаю.
Мне кажется, это на хила. Да, 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 ребят. На хилочках на своих. Ну что, бомбим ее тогда, что делать-то? Ну, сейчас работает броня. Я не знаю, там у него превращение или что там у него. Угу. Вот теперь гробовщика, ребят. Теперь вешаем гробовщика, наверное, да? Не, вначале вот этого поставим. У него хилы плюс, друзья мои, помимо хилов, у него еще и кукуруза. У него помимо хилов еще и кукуруза. Этого мы выкинем. Так, мы и запомнили, ребят, что у него еще этот охламон есть. А могилы едов у него нету. Естественно, циклоп побежал зачем, ребят? Конечно же, побежал за хилами. Так, 8 хп у него остается, да? 8 хп, ребят. Чё, как будем делать? Потаю он поставит 100% сюда. Давай сделаю так. Да еще мне сейчас не хватает очень сильно. А мне сейчас не хватает. Он сейчас его превратит. Ландшафта не хватает, ребят, мне. Чего мне еще не может не хватать? Да, я тебе говорю, превратит его. Этого бомбанет. Или этого. Этого. Шесть и шесть, 12 плюс 7. Ой, ребята. Критично. Сюда ставить как-то не хочется. Ну это все, это крах. Ну если даже этого выкину я, ну от этого всхлопочем. Ландшафта нету, блин. Ну, ребята, ну нет ландшафта, понимаешь, блин, в чем дело? Где ландшафты-то все, блин? Заморозки тоже ни одной не было, блин.
Были скакуны, заморозки-то не было, блин. Были одни отскоки, блин. Заморозки не было, блин. Ландшафты где? Покажи мне свои ландшафты. Где они у тебя, блин? Гаденыш, блин. Два ландшафта, ребята. Да, я понимаю шанс. Кстати, я показывал нам четвертый, да? Четвертая колода. Четвертая колода. Вот у нас четвертая. Ну-ка. Она отлично. Вот этот откуда? Этого не должно быть. Не, ребята, это кардинально не такая колода. Там что, разные аккаунты, что. Ну, как бы. У меня больше нет четверки ведь. А, не, вот, подожди, еще есть одна четверка. Но это тоже не то. Так, 4, 4. А больше нет, ребят, четверок. Странно. Странно, почему отличаются колоды, блин, ребят, я не знаю. Я не знаю, я не могу, у меня нет на это ответа, ребят, почему отличаются колоды. Но они отличаются. Блин, в Бравл Старс давно не играли, блин. Все, некогда, блин, а я сейчас пофига, ребят. Хоп-хоп. И в люлечку, блин. Ну ладно. А может быть, сбегаю в магазин и продолжу снимать что-нибудь интересное. Как думаешь, стоит поставить его? Давай поставим, посмотрим. Будет бомбить. На орех. 100% орех у него. Или бонг чой. Эх, надо было вот этого. Вот этого надо было ставить, блин. Я тоже знал. Ну, слушай, неплохая карта. Но, опять же, если у него бомба есть, она мне не поможет. Он усилит ее. А, нет, усилит. Так, мы ему еще об лицо-то все равно зарядим. Мы-то в лицо ему зарядим. Как думаешь, у него по земле есть урон? Или нету? Опа-на! Опа-на, ребята! Тут вылез огурец, блин, долбаный. Так, я не ошибся, ребят. Все-таки есть у него этот говноед. Вот сейчас будет момент истины, ребята. Если могила их есть, это фейл. Хотя, блин, мы ему в броню бьем. Морозим тогда этого.
Слушай, а прикинь, он сейчас не в броню пробьет, а возьмет карту, блин. Нет, броню. Он бьет в броню. Ты посмотри, что творит чмошник, а? Блин, я почему так и думал, ребят, что у него есть, блин, бомба, а? Скот, блин. Твою маковку, блин, а? Так, сколько мы? 5 ему зарядим. 5 и 5, 10. У него 2 хпшки остаются. Бомбой добиваем его, да? Получается. Да, бомбой добиваем. Получается так. Хрен узнает, давай так сделаем. А прикинь, в блок ему пробьем. Ё-моё, вот это будет. Да ты задолбал. Читер, что ли? 3 огурца, блин. Он прикрывает свой сранник, ребят. А на воду ты можешь как-то сделать? Поставить, нет? Нет? Ну что, ребята, проверяем. А это уже тебе не поможет, парень. Это тебе уже не поможет. Все, ребят, ну, победа. Он сейчас наберет, конечно, карт. Но, увы. Увы, родной. 3 огурца, это, конечно, сильно. Чем, ребята, это сильно? Да, правильно. Тем, что идет жесткий набор легендарных карт. Жесткий набор легендарных карт. Тут больше говорить не о чем. Давненько я, ребят, не воевал с орехом. Блин, раньше я за ореха как любил играть, если бы вы знали, ребята. Эх, орешек. Были времена, да, были. Были времена, хорошие времена были. На орехах. Особенно любимая моя колода была на зеркальном орехе играть. Но этот орех, скорее всего, ребята, идет либо на зеркалках, либо на хилах. Тут очень много вариантов. Тут очень много вариантов. Самое обидное, что мне выпало это. Если бы мне выпал бы яд, то я бы мог использовать это. Но опять же, не против вот этого долбаного ореха.
Чё? Чё? Это, друзья, это нонсенс. Это нонсенс. У нее должен быть могилоед, ребят. Этого я выкинул. Или этого лучше выкинуть? Нет, этого выкинем. Там заморозку поставим. Блин, неужели у него нету этого? Так. Так, ребят, следующим идет гробовщик. Это потому, что у него не было могилоедов, ребят. Зомби, у зомби 50% их силы только за счет, ребята, могилоедов. Если их нету... Блин, 3 урона все нанес. Если их нету у растений, а колода как раз состоит 50% из могил, то это хана. Я сколько раз проигрывал, когда брали могилоеда, который уничтожает 3 надгробия сразу. Ну, я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. О каком растении? Даже пшикнуть не успеешь. Даже пукнуть. Как тебя разнесли. Там сразу, ребят, там все. Там фейл, там все. Там заворачиваются уши у тебя. И тому подобное. Так, ну она на чем морковка у нас бета-картину играет? Она играет у нас в основном на... Она ждет своего подонка. Динозавра этого, блин, дебильного. Вот здесь, кстати, ребята, в моей, вот в этой колоде, я сейчас подумал, знаете, чего не хватает? Перемещения. Я его не брал. Вот, кстати, вместо... Кто тут, ковбойша у нас, да? Вот вместо нее надо брать... Вот, друзья мои. Вот она вылезла, эта херобора, блин. Она вылезла. Слушай, нормально. Слушай, нормально выпало. Выпал ландшафт замораживающий. Блин, у меня гробовщика нету, я не могу ничего сделать, ребят. Но мы можем уничтожить вот этого паршивца. Только как это лучше сделать-то? Да бог с ним, давай потратимся. Теперь, друзья мои, проверка на могилоеда. Да. Подосрал я сам себе. Ладно, хорошо, фиксно. Заклинашку-то возьмет или что он там? Да, заклинашку берет, ребят. У него нет могилоеда. Слушай, ну это тогда... Он, конечно, еще раз поставит его. Понятное дело, да?
Давай так вот сделаем с тобой. Он еще раз его сейчас выставит. Мы еще раз его выкинем. Угу. И так будет до тех пор, пока у него... Ага. Что, кактус выкинем, наверное, да? Давай кактус выкинем. Там пускай этот стоит. Тоже пошла безвыходность, друзья мои. Так, у нас сколько получается? Два. Как раз семь. Сейчас прикинь, резко берет через кактус могилоеда ставит. Вот это будет жопа. А, вон как он делает. Еще и арбуз. Но арбуз выкинь, понятное дело. Так, 4 в лицо и 5 добивающих будет, надеюсь. Ага. Не ожидал. Обычно, друзья мои, морковка, ну, сколько вот я играю, за кадром там, морковка практически всегда имеет просто огромное количество могилоедов. Вот я не видел морковку без могилоедов. Может быть, конечно, ему не повезло и не выпало. Такое может быть. Ну, а так он в основном всегда имеет при себе парочку, как точно. Слушай, а у меня, оказывается, есть перемещение, но оно что-то так редко выпадает. Хорош. Более-менее, ребят. Так. Мы запомнили, да, что он... потратил карту. Блин, ну с одной стороны, ладно, фиг с ним. Петифон мы снесем ему. Как такому, блин, пока... Мы можем заморозить его, в принципе. Яда все равно нету. Так, если я перемещу, а надо мне ли перемещать-то? Ему здесь все равно крышка, да, будет? Яд повесить? Давай повесим яд. Слушай, ребята, эта колода... Вот как... Помнишь, я тебе говорил про горохострела колоду? Это вот она и есть. Это она и есть. Бонусная атака у него, что ли? Ха-ха-ха, и наивный. Да почему не двух зомбиков ты мне дал? Почему ты мне даешь херню, блин? На пост, на масле, собачью чушь, блин. Вот ты мне объясни вот это, блин. Опять кто-то его перемещает, блин. Ha ha ha!
Блок давай. Блин, ребят, я чувствую, сейчас могилоед сработает у него. И понос так золотух, ребят. Ну, мне в любом случае хана тут. Урод, научился, блин. Все, разбомбил. Понимаешь, если бы, блин, вот этого бы не переместил бы, мы бы разнесли бы ему харю бы всю, понимаешь? В дребезги бы просто размозжили бы. Бочка только одна выпала, блин. Хер ли одна бочка выпала, блин? Где вторая бочка, блин? Как тут не запарижено? Грибник, блин, явился, не запылился тут. Давай, не подведи только меня, пожалуйста. Только не подведи. Отлично, спасибо. Не подвел. Только что за колода тут? Пока вопрос интересный. На бабах, да? Бобовые, ребят, скорее всего. Что он там вынюхивает, выжидает? Ну, давай так сделаем. Молекулярка, да? Я прав, друзья мои? Молекулярка? Я так вот сделаю. У него есть ураганчик, насколько я помню. Хорошо. А что ты скажешь по поводу заморозки? Сейчас начнем. Он ждет, ребята, ландшафт и гриб свой этот дурацкий реализовать. Нет. Он ждет немножко другого, конечно. Блок мы, как всегда, бьем. Там выпадает гриб, который убивает его, да? Нет, только, вот только не этого. Да ебанаковку ты! Давай сделаю так. И вот так.
Блин, 4 в лицо получим, блин. Ребят, о чем я вам и говорил? Так, 4, 5, 9. Ну, набирает, да, набирает всякого хмырья, блин. Началось, да? Ё-моё, у меня 3 хп. Друзья, приплыли. Да не нужно мне твоё надгробие, блин. Ну где у него этот хихихаха там, блин? Дурачок-то этот. Что он не сюда поставил, блин, странный. Вон у него что. Тут и заморозка не помогла, ребят. Тут помогло бы, знаешь что? Тут помогла бы бочка, которого он уничтожил в самом начале. Он пожертвовал минималкой. Не, ну в принципе. Ладно, давай ставим. Он пожертвовал сейчас опять орех этот. Фундук свой выставит, блин. Желудь. Давай, хламон. Он предпочел взять карты. Я тогда сделаю так. Хотя на самом деле, ребята, вот эти вот карты советую вам на будущее не выставлять в первую очередь. Просто не выставлять их. Они вам сыграют добрую службу. Сейчас два урона по земле, да? Нет. А вот сейчас два урона по земле, наверное, скорее всего, влупит. Да, друзья мои, перемещает на землю, сейчас два урона по земле будет. Это все. Пахнет дело керосином. Сейчас по земле как звезданет. Как думаешь, вот у него есть могила ед? Давай проверим это дело. Ну, бонусная атака, ребята, была. Два, четыре, семь. Блин. Ладно, через бомбочку отыграемся туда. Хотя, подожди. Пробьешь? В блок ты ему врежешь. Ты же ему в блок врежешь. И вот так, ребята, навсегда. Он бонусную атаку потратил же, да?
Ёпа-маковку, ты даун, Рэй, даун полный. Просто даун. Ребят, я даун. А, все, ему хана. Я просто хотел оставить себе два на добивку ему Хари, ребят. На добивку Хари, думал, звездану через этого и уничтожу. А поставил вот эту карту, и у меня не хватило одного, ну, одной мозговинки, блин. Одной мозговинки. Не хватило этого. Блин, вот это да, вот это... Такие вот ошибки. Ну, правильно уже все, уже мозги не соображают, нифига, уже чай налокался, будь здоров. О, кстати, подсолнух, ребят. Подсолнух. Тут, друзья мои, тут я приблизительно уже даже знаю, на чем он будет играть. Сейчас будет выставлять свои ягоды, в первую очередь. Хорошо, ягоды не выставляет. Давай так сделаем. Бомбанет, интересно, своим этим солнечным ударом. Не делает. Я жду. Двойнушка, да? Одного по-любому надо бомбануть. Давай сделаем так. Урончик наносит. Выкидываем гриб. Молекулярка, ребят. Молекулярка собственной персоны, поверь мне. Или молекулярка, или сейчас в начале клан Анаса. Клан Анас будет. Это на клан Анасах, друзья мои. Да-да-да, это клан Анас. Почему ты дал не то, что надо мне, ё-моё. После клана Насов, друзья мои, идет молекулярка. У него же минус один-один по земле будет, да? Эх. Он же этот фокус прорабатывает, сейчас будет еще один раз, да? Опять та же самая песня, а? Опять та же самая песня, друзья мои.
Я не знаю, что там у него может сейчас быть. А чё переживаю? Пипец! А чё я переживаю? Твоим... Ну ты понял, что я хотел сделать, да? Вот тебе, блин, не переживаю. У него микс в заднице был. Вот и все, ребята. На миксе подловил хмырь болотный. На миксе, ребят, ну ё-моё. Вот, кстати, то, что сейчас было, вот в данный момент, что вот сейчас показал, вот сейчас подсолнух вот на этой хероборе, так скажем, и работает. Именно на этой херне он работает. Именно на ней. Так, если единички, это что значит? Что он работает через свеклу, что ли, работает? Ну этого бомбим сразу же тогда, да? Лучше, как говорится, получить один урон, чем до хрена. Я, наверное, пока не буду бочку ставить, ребят. Не вижу смысла. Сейчас будем проверять на могилоедов. Опа. Опачки. Здравствуйте, а мы не ждали такого сюрприза. Вот это хорошо. Вот это прям замечательно сделал. Давай. Два урона по земле есть у него или нет? Как думаешь? Чё у него там? Прокачался. Убрал. Сейчас, ну давай, бог с ним. Дудит там в одно место, блин. Фукличек несчастный. Делает, блин. А, прокачивает его. А почему он так уверен? А, нет, это не прокатит. Это, друзья мои, не прокатит. Отравление есть, если что, траванем, ребят. Если нам не хватит. Хотя почему не хватит? Хватит нам. Ну, посмотрим сейчас, что он сделает. Куда он сейчас поставит, кого поставит, блин. Зачем поставит, блин. Может, за стенку, блин.
Что еще делает жучара навозный? Он ухильнулся. Мы с тобой замораживаем здесь. Получается, это в первую очередь, ребят. Я, наверное... А что я, наверное, сделаю? Я пока даже не знаю, ребят. Этот нас бомбанет. Все-таки добьет, да, получается? Давай так сделаем. Окей. Так, ну с этим мы разберемся с тобой. Поехали. Сюда я поставлю ландшафт. Свой ландшафт. Нихера не получится, ребят. Надо было сюда ставить. Ай, дурак ты, Рэй, дурак. Дурачок ты, таких еще надо поискать. Ребят, если у него сейчас бонусная атака будет, мне хана. Ну, меня спасет, конечно. А что ты не сделал наоборот? Странный ты, конечно, малый. Очень странный малый. У него одна карта, ребята, а у нас... Вот, сам видишь, сколько у нас карт. Ты смотри! Ты смотри! Ой, ребятушки. О-о. Нам есть чем прикрыть жопу, друзья. Есть. Он и это убирает, да? 4-4-8. Если бы я знал, что такая карта выпадет. Так, 8 в лицо, да? Это у нас 7 хп останется. Два в лицо сейчас полетит. Но у него больше ничего не остается, ребята. Два в лицо только. У меня, конечно, карты просто феноменальные. Слушай, хотя с другой стороны. Только не могилоед. Так. И так. Выкидываем. Понеслась. Ему хана, ребят.
превосходно. Хотя карты у меня были, ну, рука именно, такой себе. Ну что, давай, наверное, у нас 1000 есть. О, мы еще соточку накопили. Давай-ка, ребятушки, мы с вами откроем пак. А, насколько я помню, на английской версии не открывается пак. Да. Поэтому придется мне сейчас переключиться, зайти, и мы откроем и посмотрим, что он нам выпадет. Так, друзья мои, блин, вот... Вот смотри, переключаемся между русским языком и английским, и у нас сразу же здесь появляется дополнительное задание. А! Они еще даже не выполнены здесь, прикинь? Или это уже новые? Короче, я не знаю. Значит так, ребят, 1125 гемов у нас есть. Мы с тобой заходим. О, блин, какая коллекция? Ну какая коллекция? Ну, Рэй, ну какая коллекция, блин? Не коллекция, конечно же, ребят, в наборы. В наборы. Так вот, последний раз. Да не. Последний раз я, по-моему, открывал набор вот этот. Нет, не этот. Значит, вот этот. Ну, давай попробуем открыть его, ребят. Давай. Я хочу просто получить 4 морковки и какую-нибудь колоду создать. Так же, как меня гады троллят морковками своими. Так, давай смотреть. Это обычные карты. Пошли редкие. Так. Мега редкие. Мега редкие, ребята. Оу, воу, воу, у меня такого не было, ребят. Баба вот этого. Все! И это все, блин! Вы издеваетесь, блин, гады, а? Вы издеваетесь надо мной, ну что? Ну, ребят, если честно, грех жаловаться, потому что в прошлый раз я получил аж 4 легендарные карты. 4, друзья мои. Ни одну, ни две. 4. Поэтому, ну, как бы, будем справедливы. Да, это неплохая, ребята, если ты играешь на бобовых, карта за бобовых. Ну, естественно, с одной картой делать нечего, их нужно как минимум 3 хотя бы. Тогда можно будет там разыграть бобы, плюс выкидывают, которые... Тогда можно, да, что-то придумать. Так, а у нас с тобой сколько вообще этих очков энергии? Я, может быть... Хотя вряд ли, я потому что в последний раз покупал порталы, а там каждую штуку стоил. Мне даже пришлось, если не ошибаюсь, кого-то, ребята, утилизировать. Не помню, кого утилизировал. Ну, пришлось. Да, у меня в данный момент 3275. Для одной легендарной карты нужно 4000 энергии. То есть нам не хватает буквально там 725. Но... А, я же только что разобрал. Только что разобрал. Хотел сказать, ну можно разобрать еще. Герои уже успели попробовать свои силы в ежедневном испытании. Чего вы ждете? Да, да, даем. Мы задаем жару. Так, ребят, я не знаю, когда у нас закончится лига, но, видимо, еще не скоро, потому что предупреждения нету. На русской версии по-прежнему, ребята, битвы не работают. Ты нажимаешь играть. Тебе пишут, не найдено соперников. И ты свободен. Как птичка. Знаешь, что я вот подумал? Я, наверное, сейчас бегаю в магазин за чаем. А когда вернусь, может быть, ребят, может быть, если я вообще вернусь, мы еще рубанем в Marvel Snap. Как вам такая идея? М? Или я вырублю сейчас? 6 час. Без 15:06, ребят. Вечера уже. Я проснулся в час ночи. В черепашках я все сделал, ребята. В черепашках из легенды у нас спокойно все будет. В понедельник будет the best. Единственный буст я просплю, скорее всего. Вот, но я уже в Лиге Мастеров. 3 звезды. В топчике. Поэтому меня туда не скинут. Я надеюсь на это.
Вот, ладно, друзья мои, будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.